Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим запеканку из кабачков с картофелем. Что нам понадобится? Молодые кабачки, картофель сырой, приправа для картофеля, сливки жирностью 10%, сыр твердого сорта, соль, перец черный молотый и растительное масло. Молодых кабачков 800 грамм нарезаем кольцами толщиной 1 сантиметр. Сырого картофеля 600 грамм нарезаем кольцами тонко толщиной 2 миллиметра. Приправа для картофеля весом 15 грамм. Половину пачки отправлю в картофель, а половину отправлю в кабачки. Вы можете добавлять приправу по своему вкусу, какая вам нравится. Солим по вкусу. Перчим по вкусу. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла в картофель и 2 столовые ложки растительного масла в кабачки. Все хорошо перемешаем. Запекать буду запеканку в форме диаметром 25 на 16. Чередуем кабачки с картофелем. Так как у нас картофель нарезан тонко, буду брать по 3-4 кружочка картофеля. миллилитров сливок жирностью 10% заливаем запеканку. Ставлю запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов на средний уровень, и готовим до готовности картофеля. В моей духовке запеканка готовилась 45 минут до готовности картофеля. У вас время может быть другим. Присыпаю обильно сыром. Сыр натерла на крупную терку. Ставлю запеканку в духовку до расплавления сыра. Запеканку можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Я вас угощаю, мои дорогие. Заходите в гости еще. Всем пока-пока!